Всем привет! Это Лагуна Бич. Я приехала сюда посмотреть на митинг, который будет проводиться в поддержку Украины. Не вовремя у меня уснул ребенок, не знаю, может быть, сниму из машины. Вот сейчас хочу вам показать, как выглядит Лагуна Бич, когда вот спускаешься с горочки. Такой достаточно симпатичный вид. Вот мы уже в центре. Слева сейчас будет пляж. О, вот они. Вот и митинг. Попробую потом припарковаться, вам снять. На табличках сказано: погудите, если вы поддерживаете Украину, поэтому машины гудят. А я ищу место для парковки, я не могу припарковаться. Такая небольшая у меня проблема. Парковка сегодня беда, припарковалась на заправке. Так что покажу вам митинг с этой стороны. Это машины гудят в поддержку Украины. Вот так проходит митинг. Никого в автозаки не засовывают, не арестовывают, на 15 лет не сажают. В поддержку гудят машины.
А я нахожусь сейчас на заправке. Давайте посмотрим, сколько здесь стоит бензин. Премиум на этой заправке в самом курортном месте Orange County Laguna Beach. Он стоит 6,59, а Regular стоит 6,27. Через дорогу находится Мобил. Давайте посмотрим, сколько там стоит бензин. В Мобил такая же цена. Нет, там Regular чуть подороже. 6,29 Regular и 6,59 стоит премиум. А вот и наш митинг в поддержку Украины. Такой солнечный, прекрасный день. Здесь такой рай, а где-то, к сожалению, ад. Митинг в поддержку Украины. Уезжала с заправки, не заметила дугу. И вот так вот помяла машину, что даже треснул бампер. И почему-то не сработал парктроник. Вон там митинг. Ребенок спит. Оставлять ее одну не буду, потому что здесь запрещено. Вот детская площадка. Немножко подожду, разбужу и пойдем гулять. Митинг подходит к концу, уже 2 часа. Сами видите, что написано. Во избежание блокировки на Дзене. Комментировать не буду. Можете сами прочитать. О, масс-медиа тоже. Конечно, не такая большая поддержка, как в ЛА. Смотрите, как многолюдно сегодня на пляже. Загорает, отдыхает, играет в волейбол. Он меня часто спрашивает, где все люди. Вот они здесь, все на пляже. Можете посмотреть. Вот тут играет в волейбол. Девчонки в купальниках. Наверное, кому-то будет более интересно посмотреть, чем на митинг. Вот такой вот парадайз. А это все гудят. Гудит поддержка. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока!